Привет, Атланта! Всех с праздником! Эй, нельзя есть фастфуд на завтрак? Папа разрешает. Он и в школу без трусов ходить разрешает. Это называется светить шарами, мам. Ох. Сэнди, мать-одиночка. Ее бывший женится на какой-то малолетке. Привет, Сэнди. Привет. Я ищу работу. Что за нимфетка, с которой живет твой бывший? Надеюсь, это не статья. Посмотрим на нее, когда у ней прыщи сойдут. А Брэдли – отец-одиночка. Надо сходить в магазин. Что купить? Сок, яйца. Яйца. И тампоны. Зачем? Тампоны. Напишу просто «Т», я там запомню. Проверьте цену на тампоны. А, нет, нет, не надо. Дочь? Да, две. И у меня две. Два сына. Рад встрече, Сэнди, с двумя сыновьями. Привет. У Джесси проблемы с матерью. Праздник на носу, а я до сих пор не позвонила матери. Привет. О, привет, Джесс. Сдается мне, ты как-то постарела. Спасибо. Открыто, входите. Сюрприз! Сюрприз! Вы же должны быть еще в Техасе. Да. Мы мчались 20 часов без остановки. Где тут женская комната? Мне нужно облегчить коня. Как откровенно. Никуда его с собой не возьмешь. Да. И у Кристин проблемы с матерью, но другие. Меня удочерили. Интересно, она просто избавилась от меня? Тебе лучше самой ее найти. Дети есть? Карьера не оставляет мне времени. С кем у меня встреча? Смотрите в апреле. Мне 16, и у меня своя жизнь. Куда ты собралась? Рэйчел, вылезай из машины. Один день радости. Что бы между нами ни случилось, ты всегда будешь моей мамой. Когда все просто счастливы. Мы не такие, какими нас считают. Мы сами решаем, кем нам быть и с кем нам жить. Пап! Пап, ты цел? Дорогие мои девочки. Несносные леди. Таннер, нет-нет-нет! В четвертый раз на те же грабли. Скоро в кино.